Так, всем привет. Вот такой аппарат продаю. Национал RX S46. Середина 80-х выпуска. В общем, что умеет, что радио. Ну, в общем, радио ловит отлично, звук хороший, только шкала не двигается. Ну, ниточка, которая привод. Так. Антенна достаточно длинная. Вон, длиннющая, целая, абсолютно. Так, с этим понятно. Так, теперь работу магнитофона. Перемотка. Перемотка в обе стороны мотает. Через наклейку плохо видно. Так, видно, что мотает. Баланс. Левый канал иногда западает. Он сейчас нормальный. Он западает левый иногда. Правый нормальный канал. А на радио не влияет. То есть радио работает нормально. Оба канала. Позвольте на концерт группы Coldplay. Все бегом на сайт. На Европе плюс. Счетчик работает. В общем, шкала вот только не двигается, ниточка порвалась там. Все вот. Состояние для середины 80-х, по-моему, почти на пятерку за 40 лет, как говорится. Так что вот кассеты продаю также по 100 рублей. Могу записать на свою кассету, 150 рублей кассета. Так что обращайтесь. CD-шки тоже продаю, есть в продаже, в моих объявлениях смотрите. Так что обращайтесь, всего доброго, аппарат хороший.